Sashi puki chukshin eto kitran rira plingshin inde gyempari sangye shingtu mikte uvagi troku nandak shingla chupashung iram guru ratna mandala kanyayatayam. Санье чудан цуки чокнам ла чаншу паду дакни кяпсун ши даки чинсок чипе сунам ки дрола пенчир санье друпашу. Санье чудан цуки чокнам ла Чаншу паду дакни кьяпсу чи даки чинсок чипе сунам ки дрола пиншия санье трупашу. Санье чудан цуки чокнам ла Чаншу паду дакни кьяпсу чи Даки чинсок чипе сунам ки, вола пенчие санье друпашу. So it has been a while. I hope everyone had a good time. Мы с вами давно не виделись, не слышались. Надеюсь, у всех отлично прошло время. I was last week in Berlin and I got the oral transmission of ACI-18. Я на прошлой неделе был в Берлине, и это была устная передача ACI-18. Five classes on one weekend. Пять занятий за одну неделю, и это много. And next week, the weekend I'll go again to Berlin and I get the last five classes. И на следующей неделе я снова еду в Берлин за последними пятью занятиями. And as you, I think you maybe know that the first 15 courses, you don't have to take with a teacher directly. Я думаю, вы знаете, что первые 15 курсов вы не обязаны принимать напрямую от учителя. But the last three, 16, 17, 18, you have to take in person with a teacher. Но последние три, 16, 17, 18, вы должны получить напрямую от учителя. So, remember where we were? We were speaking about meditation, right? Итак, вы помните, где мы остановились? Мы говорили по поводу медитации. And meditation is basically concentration. И медитация, по сути дела, является концентрацией. And what we're trying to do is we're trying to reach a platform in our mind. И что мы стараемся сделать? Мы стараемся достичь платформы в своем сознании, From where we can see emptiness directly. где мы способны увидеть пустоту напрямую. When we have seen emptiness directly, Когда мы увидели пустоту напрямую, we are on our way to become an enlightened being. мы становимся на путь становления просветленным существом. At that time, there's no way back. You are on the way out. И с того момента уже нет обратного пути. Вы заслужили свой путь на выход. So, and the study of meditation was there were five parts of it. И учение медитации, там было пять частей. The preparation to begin with. Подготовка, с которой необходимо начинать. The six preliminaries, which you have to do in order to for meditation to be good. Шесть подготовительных этапов, которые вам необходимо сделать, чтобы медитация была хорошей. Then the second point was six conditions of the surrounding environment.
Следующее было, это шесть условий или требований к окружению во время медитации. And that was keeping your morality, being happy with what you have, not wanting more things. Это было соблюдать свою моральность, быть счастливым с тем, что у вас есть, не хотеть больше вещей. And then the third point is how to sit the bodily posture of meditation. Третья часть – это как сидеть, это поза тела для медитации. Which is what we will do today. Это то, что мы будем делать сегодня. And I believe it's not going to be a very long class, so we'll just speak about the how to sit when you meditate. И я верю, что это не будет очень длинное занятие, мы просто будем говорить о том, как сидеть во время медитации. And then the fourth point in the study of meditation will be about what happens in our mind when we start to meditate. Четвертая часть будет позже о том, что происходит в нашем сознании, когда мы стараемся медитировать. Which will take us, I think, two or three classes in order to go through that. И это нас займет два или три занятия, чтобы пройти четвертую часть. And then the last two classes are about the object of meditation, what to meditate on. И последние два занятия будут об объекте медитации, о том, о чем. So, how to sit in meditation is called the eight-point posture of Vairocana. Итак, как сидеть во время медитации называется восьми. Eight-point posture of Восемь. Vairocana. Поза восьми пунктов, наверное, Вайрачаны. Exactly. And sometimes it's called the seven-point posture. Иногда ее называют семипунктной. So that's interesting, right? Because I mean, how should it be? Is it 7 or 8 points? Восьмиточечная меня поправляет, спасибо большое. Восьмиточечная поза Вайрачаны. When you call the eight-point posture, you also include the breathing, and we'll speak about that at the end. Когда мы говорим восьмиточечное, мы также включаем дыхание. So that's interesting because the breath is counted as a bodily posture. So again, we'll speak about what that means and why this is important. Point that it can either be 8 or 7. И это интересно, что дыхание считается также частью физической позы. И мы это обсудим, как это может считаться седьмым или восьмым пунктом или восьмой точкой в позе. Now, point one is what to do with your legs. Первый пункт – это что делать с вашими ногами. And that's called kanpa kiltru. И это называется кампа килтру. Which basically means is it's the lotus posture. Что просто означает поза лотоса. And so you put the left leg up and then the right under in this tradition. Вы поднимаете левую ногу вверх и правую под ней в этой традиции. And if you can't do a full lotus, do a half lotus. Actually, I never meditate or nearly never meditate in the full lotus. И если у вас не получается, вы можете медитировать в полулотосе. Между прочим, я никогда или почти никогда не медитировал в полном лотосе. Because the most important thing is that nothing should hurt, right? Потому что самое главное это, что вам не должно быть больно, правильно? Never. I mean, if the sitting distracts you cannot meditate. Потому что если ваша поза вас отвлекает, то вы не можете медитировать. So if your legs hurt or your knees hurt, you have to use cushions or
blankets or whatever in order to make sure that you sit well. Так что если у вас болят ноги то во время медитации или колени, то вы должны использовать или подушки, или одеяло, сделать так, чтобы вам было удобно и... So this is really important. Make sure you don't hurt your legs and your hips or whatever. Start slowly and over time your legs will adapt. Начните не спеша, и со временем ваши ноги приспособятся. Okay. Then the second part is the eyes. Вторая часть, второй пункт – это глаза. And there it said you shouldn't keep your eyes too wide open because it can be distracting and you can't focus on something. Здесь говорится о том, что вы не должны держать свои глаза слишком широко открытыми, потому что будет вас отвлекать. But they also say it should not make you, you should not complete, close them completely because that makes you sleepy. Также говорится, что вы не должны их закрывать полностью, потому что так вы можете засыпать. Mm-hmm. So the eyes should be something like half open, maybe something like this, you see. And you should focus not on your nose. Sorry. Ваши глаза должны быть наполовину закрытыми или вот, вот так, как я показываю, слегка-слегка приоткрытыми. It's not that you should focus on your nose, because when you do that, you would look like that, and that's not the point of meditation. И вам не стоит концентрироваться на кончике своего носа, потому что иначе вы будете скрещивать свои глаза, и это не есть целью медитации. But you look along your nose, somewhere in the mid-air in front of you, about 20 centimeters in front of you, and you basically focus. Try to keep your focus on a point there, but the idea is to focus on what you think, right, and not on, on a point outside of you. Вы смотрите вдоль своего носа на расстояние приблизительно 20 сантиметров, но вы не столько концентрируетесь на этом, потому что все же цель сконцентрироваться на том, о чем вы думаете, а не на объекте визуальном. Mm. So if you can't focus your mind when you have the eyes open because you get distracted, then close them for a while. Так если вы не можете сконцентрироваться, когда у вас открытые глаза, то закройте их на какое-то время. And try to have your eyes, it's very important that your eyes are unfocused, right? They should not focus on the point out there. И важно, чтобы ваши глаза были расфокусированы. So, you know that. Yeah. It's funny because I heard in the teaching in Berlin that the Tibetans called meditation, the practice of meditation was dhyana. Смешно, вот на прошлой неделе в Берлине я услышал от учителя, что тибетцы называют практику медитации дьяна. It's actually, that's the Sanskrit word. And the Chinese, when they heard the Tibetans say that, they heard chang. Это санскритское слово. И китайцы, когда услышали это слово, они услышали чанг. Yeah. When the Chinese went to Japan, chang became zen. И когда китайцы пошли в Японию, то японцы услышали цинг. So zen Buddhism comes from the Sanskrit word dhyana, which means meditation, which was went to China and then to Japan. Дзен буддизм означает цепочку эту, когда слово дьяна на санскрите перешло, превратилось через китайский язык, так в японское дзен. And there they say, which is what I'm about to say now, you know, you should try to have something, a plain color in front of you, not patterns or colors or scripture or anything, just like a white wall, for example, right? И очень хорошо для медитации перед собой иметь какой-то единый цвет, не узоры, не картинки. Например, белая стена хорошо подходит. So that you, which will allow you that your eyes do not focus on something. Что позволит вам не фокусироваться визуально.
Because the definition of meditation is to withdraw from the senses and focus the mind. Потому что определение медитации – это перестать ощущать всеми пятью чувствами и сконцентрироваться на сознании. Okay. So again, obviously everything is a process. I mean, it's maybe in the beginning hard to keep the eyes half open. It's for me it's still difficult. I usually have them closed in order to calm my mind down. But ideally you'll be able to have them crack them a little bit open and have them not focus on anything. И, конечно, все является процессом, и сразу сложно держать глаза открытыми. Мне, например, до сих пор тяжело, мне больше нравится закрывать глаза, так мне легче сконцентрироваться. Но в целом, я думаю, вы будете способны немножко их приоткрывать и при этом не фокусироваться визуально. Okay. So those were the eyes. Это было про глаза. And now about the chest, the body, like how, what do you do with your body? Теперь про грудь, про тело. Что вы делаете со своим телом? Which is the third point. Basically, you should have your body should be straight, your spine should be straight, not leaning forward or backward. И этот третий пункт. В целом вам необходимо держать ваше тело ровным. Ваш позвоночник должен быть ровным. Вы не должны нагибаться ни вперед, ни назад. When you catch yourself leaning backwards or forward, then correct yourself slightly and a little bit. Если вы ловите себя на том, что вы нагибаетесь вперед или назад, то слегка выровняйтесь ровно. Like when you sit for a longer period, your body will have the tendency to just collapse a little bit, right? Если вы сидите долго, то у вашего тела будет тенденция сгибаться. And then you should, without losing your focus and without making your breathing stronger, try to come back and correct it so that you sit straight again. И тогда вы плавно, чтобы не сбить свое дыхание, не потерять концентрацию, старайтесь выпрямить свое тело. And the idea is also that you should not lean against anything, except when you're in long-term retreat and you meditate all day. И идея в том, что вам не стоит облокачиваться ни на что, кроме каких-то очень длинных ретритов, когда вы медитируете целый день. Okay, so that was the back. Then the fourth point are the shoulders. Четвертый пункт это плечи. You know, sometimes when you focus on something, your shoulder goes like this. I don't know if you've seen that, but then you focus a lot on the shoulder. They should not be like that. They should be parallel and level. Иногда, когда вы концентрируетесь на чем-то, есть тенденция прижимать свои плечи к ушам или голове. Бывает такое. Так не должно быть. Они должны быть на одном уровне. And then they say, you know, when you are in the posture, and when you sit. Then no matter what, don't move. И говорят, что если вы в своей позе и сидите, то неважно. I'm sorry, don't move. Don't move, like don't move around. Don't scratch, don't самое move. Главное, нет, двигайтесь, не стоит, если что-то чухается и так далее, вы принципиально не двигаетесь. And because what happens is that when your body becomes totally still, eventually your mind will become totally still. И что происходит, и почему это важно? Потому что если то со временем ваше сознание также становится абсолютно спокойным. And if you don't move, the feeling that you want to scratch yourself or that the legs fall asleep and so on, this will just go away. I promise you. You think I have to scratch because it itches so much. If you wait 30 more seconds, it just disappears. И если вы сдерживаете себя, например, что-то сильно чухается или онемели ноги, если вы постараетесь и не сделать его движение по этому поводу, то это проходит.
Really, you just wait, and then it just goes away. Then you can continue, and you will be able to withdraw from the senses. И поверьте, оно просто проходит, и позже вы сможете просто продолжить. И чем глубже вы уходите, тем вам будет проще уходить от всех своих ощущений и чувств. So that was about the shoulders level. Then fifth is the head. The head should not go like this, and also not like that. Пятый пункт у нас голова, и голова не должна нагибаться ни вперед, ни назад. So it should be level. The chin should be parallel to the floor. Ваш подбородок должен быть параллелен с полом. And it should be in the center and straight, not like this or any other thing. Также должно быть в центре и не нагибаться ни вправо, ни влево. Okay. Then the teeth and the lips. Зубы и губы. You should not close the mouth completely like that, because you get the tendency that it gets tight. Вам не стоит полностью закрывать рот, потому что появляется тенденция сжимать губы. Should also not have it wide open, because a fly can come in. И широко открытым также не стоит держать, так как муха может залететь. And the mouth will dry out, which is not nice. So it should be just naturally, slightly closed, maybe something like this. Также рот может пересохнуть, что неприятно. То есть губы могут быть совсем немножечко друг от друга приоткрытыми быть. Okay. And then the seventh point already is the tongue. Седьмой пункт сразу это язык. And the tongue is basically behind your upper teeth, a little bit on top of your, I think you call it gum, right? English. И ваш язык находится за верхними зубами, соприкасается с верхней десной. Небом, прошу прощения, с небом. And that helps you to get thirsty, actually. To get thirsty? Yeah, it prevents you from getting thirsty. It prevents you from getting thirsty. И это останавливает вас от того, чтобы возникло желание пить. So, those were the seven points. I repeat them quickly again. И это были семь пунктов. Я их быстро повторю сейчас. Legs in a crossed leg position. Первое, ноги, скрещенные ноги. Eyes not completely closed, not completely open. Глаза не полностью раскрыты, не полностью закрыты. The body, especially the spine, should be straight. Тело, особенно позвоночник, должен быть ровным. The shoulders level down and not like this or something like that, just straight. Плечи на одном уровне, не прижаты к ушам, просто ровные. The head not too high and not looking down either. Голова не слишком смотрит вверх и не наклонена вниз. The mouth, lips and teeth in a natural position, not pressed like that, not open, but just slightly. Slightly, a tiny little crack open like that. Ваш рот не широко раскрыт, не сжаты губы, а совсем недалеко друг от друга приоткрыт рот, губы находятся. And then the tongue on top of the upper teeth. И язык, который находится за верхними зубами. So these were seven points, right? But we said it's an eight-point posture. Это были семь пунктов, но мы говорим про восьмиточечную позу, то есть есть еще восьмой пункт. And the eighth point is breathing. И восьмой пункт это дыхание. And that specific part of this posture comes from the Abhidharma Kosha, which is the treasure house of knowledge. И этот восьмой пункт происходит из Абхидхармы Коджи. Treasure House, I'm not sure. Treasure House of Knowledge. Treasure House, is it translated in any way? Treasure House, yeah, it's like treasures. Treasure House.
Дом драгоценностей. It's funny because the Abhidharma is the lowest school of Buddhism, so but it's a very, very important school. Сокровищница знаний, мне помогают здесь. Так, это из сокровищницы знаний Абхидхарма Коша. И интересно, что это самая низшая школа буддизма. Lowest school of Buddhism, right? Yes, the lowest. I mean, of the four, it's the first. Из четырех школ это первая. The second is logic. Вторая это логика. Where chi and charak is discussed, which is important to see emptiness. Где чи и чидак обсуждается, что важно для того, чтобы увидеть пустоту. The third is mind only. Третье это сознание только. And the fourth is the madhyamika. И четвертое это мадхамика. So, Satantrika and independence. So for the breathing, you know, why is it sometimes included in the posture as the eighth point, and why sometimes not? Так дыхание, почему иногда оно включено как восьмой пункт в позу, а иногда не включено? First of all, right, when we count the perfect ten breath, we start to count with an out breath. So the first half is out one. Во-первых, когда мы начинаем следить за дыханием, мы его считаем, начиная с выдоха. The only reason why you watch your breath is so that you can change gears in your mind and start to get focused on an object of meditation. Единственное, зачем вы следите за дыханием, это за тем, чтобы сконцентрироваться и сфокусироваться на объекте своей медитации. Right. So the breath should be very, very slow, so that you don't hear it. You should never force your breath. But the idea is that by focusing on your breath, you get away from agitation and you get aware and you can then start to focus on the meditation. Как вы не слышите свое дыхание, вы его насильно не дышите. Идея в том, что вы концентрируетесь и становитесь осознанными о своем дыхании, чтобы позже переключиться на объект медитации. So when you are so used to meditation that you don't actually need to change gears because you are focused, you don't need the breath. Так когда вы настолько привыкли к медитации, что вам нет необходимости концентрироваться на дыхании, чтобы сфокусироваться изначально, а сразу готовы начать с объекта медитации, то тогда вам нет необходимости в дыхании. Exactly. So that's why it's either the seventh or the eighth point posture. И поэтому эта поза может быть как семиточечной, так и восьмиточечной. Like for me personally, it has always been the eight point posture. I need the breathing in order to calm my mind down. Для меня лично это всегда была восьмиточечная поза. Мне всегда необходимо дыхание, чтобы успокоить свое сознание. Okay. Two last small things about meditation. One, the seat is very important. We spoke about that already. Два последних пункта про медитацию. Первое это сидение очень важно. Мы про это уже поговорили. And the back of the seat should always be a little bit higher than the front, so you kind of because if the front is higher, then you can't really sit straight. So you have to have the specs quite a little bit higher than the front. И задняя часть того, на чем вы сидите, должна быть немножко выше, чем передняя часть. То есть ваше все тело находится немножко выше, чем ноги, которые лежат в идеале скрещенные. And then the hands, you put the left one first down, and then the right one, and maybe the thumbs touch. Руки вы ложите левую, ладошка вверх, на нее правую, и
ваши большие пальцы соприкасаются. Can have also the hands up there on the knees, but both of those work. Можно также положить руки на колени. Okay. And that was actually class 4. It was probably the fastest class we've had ever. И это было занятие четвертое, и, наверное, это было самое быстрое наше занятие. Oh, by the way, the source for this teaching is the Statues of Meditation by Master Kamala Shila. И, кстати, источник этих учений – это автор Мастер Калама Шила «Этапы медитации». I'll also type it in so you can see it. Я также это напечатаю, чтобы вы могли видеть. Yes. Хорошо. Now I suggest that we do quickly the prayers, and those who want to, then the class is over, and if there are some questions, I can briefly answer some questions. If you want to. Так, сейчас я предлагаю, мы перейдем к молитве, закончим молитвой, и если у кого-то есть вопросы, могут позже остаться, и я смогу на них ответить. Okay. So we will start with the prayer. С молитвой. Саши Пуки Чукши Меток Стран Рираплим Шининде Генпади Санье Шинду Микте Уйваги Руку Намбак Шинла Чупашу Идам Гуру Радна Мандала Камья Таян Кевади Кевоку Сунан Яше Цокцокши Сунан Яше Лечуэй Тула Пенши Чупашу. May all beings reach Amata, may all beings be happy. Good. Any questions or are we good? Отлично. Есть ли какие-то вопросы или у нас все хорошо? We are good. Все хорошо. Thank you, Vladimir. Please, everyone, remember how important it is to get your eventually your life organized so that you can do long-term retreats, meditate and see emptiness. Пожалуйста, запомните или поймите, как важно так организовать свою жизнь, чтобы вы были способны на долгие ретриты и регулярную медитацию. It's the reason why we're here. The reason why we're here and have this human body is to break through and reach freedom for once and forever. That's the only thing we want to do. Это причина, почему мы здесь, причина, почему мы в этих телах. Мы должны практиковать, чтобы вырваться из этого круга. Okay. Good. Спасибо, Vladimir, and everyone. Have a wonderful week. We'll talk with Igor when we do the next class next weekend. I'm in Berlin, but we'll find a way to do it maybe during the week or a week later. Спасибо, Владимир, спасибо всем. Мы пообщаемся с Игорем, когда организовать следующее занятие. Я буду на следующей неделе в Берлине, но, возможно, мы сделаем или в середине недели, или через неделю. Thank you and have a wonderful evening. Thank you very much, Peter. Спасибо и отличного вам вечера. Bye-bye. Bye.